Настоящий художник должен работать быстро и словно в последний раз. Учили его когда-то наставники. Возможно, поэтому любая из его картин привлекает столько внимания. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Андрей Струсевич. Художников часто сравнивают с влюбленными людьми. Вот мастер не спеша обходит свои творения и останавливается на каком-то одном, разглядывая его через призму состояния души и сердца. Это уже такая интимная вещь, которую мне не хотелось бы, чтобы она где-то у кого-то висела. Хотя это чашки. Но это чашки, они условные. С художником Андреем Струсевичем мы встретились на его персональной выставке и поняли, что главное условие создания великих картин, перед которыми в восхищении застынут тысячи людей разных поколений, это все-таки талант. Посмотришь на художников, какие-то бородатые, хоть и такое страдание на лице. Какой-то, ты думаешь, сейчас упадет вообще, тут свалится бедный. Вот. Другое отношение. Потому что ведь приходится постоянно, буквально, без пафоса доказывать, что ты, собственно, ты своим делом занимаешься. Пожалуй, только дети становятся счастливыми, когда берутся за карандаши и краски, честно признается Андрей. Если рисование – профессия всей жизни, это иногда сплошные муки. Иногда кажется, ну все, это такой шедевр. Приходишь домой, я говорю, Маринка, все-таки я художник. Утром приходишь в мастерскую, ой, господи, и начинаешь все чищать. Сколько работ счистил, вот сейчас вспоминаю, думаю, лучше бы их не трогал. Он не из тех, кто бездумно бросится к созревшему помидору с холстом и кистью, чтобы запечатлеть капельки росы или символичность яркого овоща. Художника Струсевича больше вдохновляет музыка. Знал бы великие Шнитке, сколько пользы принесли его сюиты для изобразительного искусства. Бывает такой, раз такой, какой-то аромат, и он вдруг тебя какой-то отсылает уже там на лет 20 назад. И ты начинаешь как-то тут подсознание, где-то возникает вот эти вот, какой-то вот, даже картинки, вы знаете, вот так вот, раз что-то побежало, где-то там в шортиках или там на лыжах. Буря страстей, загадки оборванных линий, буйство красок и фактур, он вовсе не обязан объяснять, что означает та или иная работа. Это просто бумага, наклеенная ткань. Это портрет Виктора Гушновицкого. Он шикарный, я очень люблю. Он был в Германии, его хотели приобрести, но мы не сторговались. В то время как ценители искусства вглядываются в символы и выбирают, что приобрести для личных коллекций, один из самых близких людей, мама художника, до сих пор сомневается в пользе этого ремесла. Я до сих пор не понимаю, что такое, что за профессия художник. Защищал только папа. Ну, у меня же еще брат родной, он тоже художник. И мама говорит, слушай, ну что это за профессия? Ну, займитесь чем-нибудь. Какая у вас будет пенсия? И папа всегда защищал, говорил, у тебя сыновья художники. Что ты несешь? Ну, буквально так, да. В свое время его без экзаменов приглашали в знаменитую МУХУ, художественно-промышленную академию имени Штиглица. Нынешний бы опыт, да в те времена столько предложений отклонил. Дважды давали справку к особо одаренному. То есть мог поступать куда угодно. И это при том, что человек, умеющий передавать эмоции через краски, родился в городе, где практически нет солнца, в Иркуте. Там вместо привычных нам четырех есть только два сезона. Очень холодно и просто холодно. Учитывая, что это все-таки заполярный круг, мороз 27 – это норма. А мы вот дети меньше, чем Варвара, мороженое ели спокойно. Это место, где люди открывают в себе таланты, чтобы жизнь при лампочке не казалась такой монотонной. Пишу стихи. А если художники, то все графики. Ну, понятно, что там солнца-то нет такого, как здесь. Семья Андрея Струсевича оказалась в Иркуте, когда этот город превратили в место ссылки. Дедушку художника тоже в числе многих признали врагом народа и репрессировали. Ссылали в Иркуту самых лучших. Ну, конечно, немножко их так вот микшировали с уголовничками, но и уголовники там велись иначе. Может, это особенность детского восприятия, но тогда прекрасный местный театр каким-то удивительным образом сочетался с ужасными условиями для ссыльных. Андрей вспоминает истории, когда заключенные специально глотали костыли от рельс, чтобы хоть на время попасть в госпиталь. Огромные заборы, метров по 6, вышки с автоматчиками и плакаты, так эти вот лозунги. Город Воркута строится комсомольцами. Понятно. Пожалуй, он родился художником. Переходы от иллюстраций к сказкам до портретов Ленина проходили так естественно, что других вариантов, казалось, и не было. И вполне очевидно, кто вдохновляет его сегодня. Портрет жены художника. Работу делал долго. 6 месяцев.
Но смотрите, да, колени как решаются. Это же, да, что колени, это космос, да? Вот так и задумывал, да? Потом линия работает. Вот, значит, декор на юбке, он переходит в декор на... Так же в жизни не бывает. То есть это условность. Изобразительным путем передать состояние женщины, у которой в животе еще человек. Это же потрясающе. А почему черешни? Ну, потому что муж художник, денег не было тогда. Картины художников не колбаса или сыр. Их не покупают просто от духовного голода. Да и оценки условные. Мне Варвара тут как-то сказала: папа, чего ты решил, что ты лучший художник? Я говорю, как? Если бы я не знал, что я лучший художник, я бы этим бы не занимался. Я ушел бы в бизнес, мозгов бы хватило. Определить, насколько ты художник, просто, говорит Андрей Струсевич. Либо ты без этого можешь, либо нет. А измерять успех количеством денег пошло и вульгарно. В конце концов, и у него были времена, когда было стыдно перед шахтерами-одноклассниками за рестораны и возможность играть в бильярд. Продал вагон-ресторан с друзьями, приехал в Рязань, думаешь, офигеть. Ну, месяц, ну, два, ну, год. А художник должен был находиться в состоянии все время такое, вот, что ты себе должен постоянно доказывать, что ты вообще художник. У тебя работают мозги или не работают? У тебя есть потребность или нет? Недавно на выставку художника пришел посетитель и приобрел одну из картин. Когда тот появился во второй раз уже с супругой, она безошибочно угадала работу, которую купил ее муж. Таким и должно быть то, что называют взаимопониманием, любовью и родством душ, говорит Андрей. Ему повезло. Его 10-й музой стала супруга Марина. И Маринка часто говорит: я не знаю, за что я тебя люблю вообще. Не за что любить-то. Я люблю. Жена Андрея Струсевича – успешный врач-гомеопат. Закончила Международную академию на острове Алонисос в Греции. Училась у самого лауреата альтернативной Нобелевской премии Джорджа Витулкаса. Это как вот, допустим, сейчас бы Леонардо да Винчи, там Рембрандт вот так сидел бы. Вот, и говорит: ну давайте, ну-ка, проведите за эту линию. Да. Так что может статься, что одна из лучших работ художника висит в парадной какого-нибудь грека. Чтобы окупить мастер-классы супруги, Андрей как матрешку собирал холсты и писал по 3 работы в день. Раскупали, как горячие пирожки. А у меня еще был случай в Греции. Я писал этюд, и один знакомый врач, он говорит: можно я вот, пока ты пишешь, я посижу возле тебя за спиной, а пока ты там что там... А он через полчаса встал, сказал: это невозможно, я больше не могу, я устал. Как ты вообще это выдерживаешь? Это же не просто сидишь, вот там красишь. Это же ты собираешься, ну, как спортсмены собираются, и нужно все выдать. Работа над новой картиной – это бешеная концентрация всего, что ты знаешь и можешь. И финальный мазок означает очередное полное опустошение. Нас так учили, что, во-первых, нужно работать так, как последний раз. Писать нужно быстро, чтобы мозги работали уже на уровне автомата. И работу написал, убрал. Писал, убрал. Она же надо стояться. Печально, но с художниками также. Руки мастера, увы, ценятся не сразу. Вообще некрофилия у нас процветает по отношению к художникам, вообще людям тройским. Как только... Да это не только у нас. Это понятно, это с точки зрения бизнеса это понятно, потому что уже человек ничего не повторит. Тут это особая тема. Ладно. Конечно, хочется признания на века. Хочется иметь роскошь не продавать картины, чтобы заработать. Искусство не бывает без здоровой дозы самолюбия. На высоком Нобелевской премии, конечно, в области литературы. Да кто ж ее даст? Когда творчество дается легко, в нем нет души. Так что мы пожелаем Андрею Струсевичу не терять это странное чувство удовольствия от последнего опустошающего штриха. Ведь именно после него приходит новое вдохновение.